Мы вроде как специально. Стол к линолеуму подходит. Ну, мы линолеум же не выбираем. Ну, Микки подходит. Микки, иди сюда. Хочешь сюда залазь? Да. Иди, скажи, мне страшно. Мамки, ну что вы делаете, когда мне страшно? Страшно. Кстати, как стол снимается? Всем привет. Это уже, наверное, новое видео, потому что я уже заканчиваю, начинаю, заканчиваю. Сейчас вам попробую показать, как оно так получится. Вот так вот, наверное. Вот так она. Оп, оп. И стол опустился. И все, и пространства, места много. Вот это можно будет потом, когда разберем кладовку, туда вынести. Ну, оно, в принципе, пока и тут не мешает. Стоит, но она мешает. Ну-ну-ну. Да? Ну-ну-ну. Сделали. А тут как-то оно проседает, не? Угу. Вот тут. Видно, потому что неровный кусок ДСП. Наверное. Мне так кажется. Ну, это уже такое. Пошли, кремовый. А назад не боится. А там боится, уже поздно. Завтра перед, ну, вернее. Новая квартира. Да. Особенно, когда вымыли ее не мы. Ну ничего, люди заработали свои денежки. Никто уж не против. Я ссылочку с удовольствием оставляю. То есть это, ну, искренняя рекомендация. То есть вы можете видеть реально, как это делают люди. А, вот, кстати, микроволновка. Я на ней уже время настроила, самсуновская. Тоже, опять же, если у вас будет, вам интересно видео еще с техникой, дополнительно я, конечно же, буду снимать. Можно совместить, смотрите, сделать. Даже не тут ничего страшного, что бренды разные. Это все Helios, это Samsung, и холодильник завтра будет Samsung. Поэтому Samsung vs Helios, я думаю, что будет интересное видео. Но, опять же, буду ждать ваших комментариев по поводу этой темы. Вот, я еще хочу сюда эти, как их называются, ролеты. Они же прямо как... А, мама ушла, я уже с мамой разговариваю. Как оно цепляется. Девочки, я с понедельника опять на марафоне. Микки, не есть кровать. Микки, ты сейчас ее есть опять ты будешь. Ты можешь ничего? Главное, мы стоим ты на кухне, а я в коридоре. Ага. Он раз забежал в спальне, такой посмотрел, разбежал. Моя рыбка. Да. Кровать своя. Кажется. Твоя, да. Твоя, конечно, твоя. Вот что я говорила. А, понедельник у меня марафон. Не знаю, успели ли закупиться продуктами, но очень постараюсь. И постараюсь начать марафон этот вместе с вами. И, соответственно, показывать все продукты и рецепты не так, как на той квартире. То есть здесь прям в удовольствие будет. Вот сюда можно под низ, допустим, вот эти досточки. Она здесь и была, по-моему. Вот. И вот эту штуку завтра Саша доделает. Нравится. Он как раз станет здесь, угу. А здесь холодильник. Ну да, он много места не займет. То есть холодильник вот так вот. Ну, вот так вот, грубо говоря. Что больше? Там 60 сантиметров. Ну так ты меряй отсюда до сюда. А, ну да. Ну, где-то так. Ну да, плюс вот столько стол. Я думаю, я боялась, что ну до вот этого вот не хватит. А, не хватит. Как раз тут стол стоит напротив. Скажи, классно. Вообще. Бомба, ощутите, я такую шторки, ты что-то, это не шторки, а тюлики, посмотрите, да. Да. Бомба. В тобой классно. Квартира новая, блин, аж не верит. Ну, прикинь, сколько здесь всего было. Я вставлю, я, кстати, сделаю ролик чуть попозже, до того, как я вот приезжала, показывала, и вот после, с кадрами после. Мне же самой интересно смотреть. Да, ванну я уже смотрела, вспоминать. Только нужно с мусором разобраться, и все. Вот это вот, кстати, это, по-моему, стулья. Если я не ошибаюсь, это стулья. Будем разбирать завтра. Пришли домой, вернее, привезли вещи. Сейчас покажу уже вблизи, наверное, в лучшем освещении. Такой набор полотенец пока вот один заказала для ванной. Вот это вот для кухни такие маленькие тряпочки. Ну, я думаю, они приятные. Единственное, что, ну, по цвету не совсем по кухне подходят, но... Я решила, что на данный момент я все-таки буду выбирать по стоимости, а уже в дальнейшем, конечно, буду подбирать вот прям по цвету. Постельное вблизи, оно, кстати, подойдет к этой комнате. Я не считаю, что оно слишком наляпистое, но как бы у каждого свой вкус относительно постельного. Так, это мое. Ноутбук, принтер я поставлю сегодня, надеюсь, подключу. Вот такие вот тапули я купила. Буду здесь ходить, носить еще вам, красоваться у них. Вилки я вчера показывала. А, это чек, кстати, с Эпицентра, по-моему, да? Чек вот на вот такую вот сумму. Еще мы плюс сегодня поедем, поэтому могу заверить, что я
те деньги, которые вот мне зрительница присылала, я все потратила. Я даже еще костюм ничего себе не заказывала, это я уже потом закажу на свои. Салатники крутые, сейчас вам немного покажу их. Ну, в принципе, мы с ними будем готовить, поэтому вот так вот они выглядят. Одной рукой неудобно, надо срочно искать штатив. Вот такой вот, вот он. Он обычный, красивый, не наляпистый, мне нравится. Но мне больше нужно не для салатов, чтобы прям, а для того, чтобы готовить, можно было что-то перемешивать, чтобы это было красиво. Досточки вчера вам показывала. Ну, в принципе, все остальное я показывала вчера. О, еще пакет. Тут еще куча, тут не обзываться надо. Ну, куда вот это, конечно, девать? Да. Что, ты тут хозяин? Хозяин жизни, да? Ну, допустим, мы вот эту унесем, вот эту нижнюю. Эти можно выкинуть, потому что это стулья, а это вешалки с этим. Жалко, нет ножика, мы бы открыли, посмотрели. Сплет и вешалки. Надо чем-то застелить будет временно, а потом уже тогда буду застелять постельное. Вот эти все причиндалы тоже можно будет потом выбросить. Вот это тоже, да? Лишний элемент. А что, дыка, классный бы столик, да, получился небольшой? Мне кажется, можно отнести, оставить, а потом с него что-то можно сделать. Либо с вот этого вот куска. То есть это все наше. Мне полочки покажу. Ну, тут немного так, я думала, больше будет. Я бы не сказала, что много. Там ту коробку надо будет разобрать. Какую? Может, даже в зале стоит. Что-то поставлять и что-то выкинуть. Тут же все тоже коробка стоит. Ну, бачите, они тут... Вот эту коробку, конечно, я ее оставила не выкидывать, вот это вентилятор. Угу. Ну, а все остальное пересмотреть. Ну, вот эта коробка не нужна, она тогда Анжелика говорила. Ну, по идее, тут все равно. Да мне эту трубу пусть пока тут, наверное, лежит. Ну, да. Я даю неделю, я потом ее... Ну... Хай лежит неделю, потом мы выносим этот... Коридор? Коридор. На... А там ну, я предупрежу, да, потому что ну, она мне не нужна. Она как-то хочет, забирает ее. Просто мне здесь можно нормально даже, смотри, взять штатив, найти, поставить, и можно тут будет еще видео снимать, пока здесь ничего не будет, потому что диван мы пока не заказывали, это очень дорогое удовольствие. Мне нравится вообще. Что, хорошее будет? Вот сталь на фоне будет. А что там цветочки? Мне нравится. Ну, ну да. Красивый, нежно смотрится, да. Нежные такие. С блестиночками. А при свете прямо с блестками. Угу. Смотрите, какие классные. Да, туда-сюда. И самоклейку надо не забыть. И хай, наверное, сюда подостают коробки. Микки ест картонку. Чуешь, Микки? Это, надо сюда самоклейку не забыть посмотреть. И хай он сюда, наверное, на угол опять же выносит те коробки. Ну потому да. Потому что, ну, ты потихоньку будешь доставать, открывать и доставать. А они как тут в углу как стояли, так и стояли. Не, ну те коробки с вещами, что мы привезли, я коробки буду выкидывать же, нафиг они мне надо. Ну я вещи буду доставать, что не оставлять, то тут. Ну да, пока вот как вариант... Пока как вариант, это здесь надо все оставлять. Ну, я имею в виду да, коробки. Пока здесь ничего нет. Да. Хоть будут. Чайник можно поставить. А. Так, ребятки, сейчас буду понемножечку показывать. Мы приехали с эпицентра. Очень много всего купили. Конечно же, в деталях, наверное, это лучше сделать на готовой собранной кухне. Но пока покажу обзорчик того, что мы взяли. Вот. А их применение для чего и как, организация кухни будет, опять же, напомню, отдельное видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик и не пропускайте. Мы взяли вот такие вот 6 штучек. Сейчас включи. 6 отдельных таких, я не знаю, тубуса для хранения сыпучих. То есть они здесь разные. Сейчас неудобно доставать одной рукой. Вот такие вот 6 тубусов. Сейчас я, конечно же, буду их распечатывать. Ничего такого сверхъестественного, но, тем не менее, ну, мне кажется, очень стильно, если они будут одинаковые. Там, это для муки какой-то, это там для, не знаю, соли, еще чего-то. В общем, я пока взяла 6. Там были еще побольше, но побольше мне не нужны. И в дальнейшем просто буду докупать. Мне максимально хочется в одном стиле, пока я все не нашла, поэтому буду вот... постепенно, по мере необходимости. Потому что кое-что я даже не докупила, потому что сочла, что это не первая необходимость, и как бы все имеет свою цену, буду ловить акции и, соответственно, с вами делиться этими акциями. Так, девчонки, сейчас буду постепенно все доставать, показывать. Это еще не все, потому что столик маленький, не влазит. Я вот немножко сюда переставляю, потому что не ставлю еще в шкафы, потому что нужно мыть. Все, я потом
поставлю в шкаф. Вот, и сделаю от него, да сегодня будем с вами, может быть, в трансляции перемывать посуду всю. Так, это купила себе немного, 12 для стирки, пока вот только машинку привезут. Я потом хочу перейти на другие средства. Это диффузор для дома, очень классный. По цене он 143 стоит, я запомнила, и запах приятный. Так, дальше. Это Микки. Это купила бумагу для принтера. Есть принтер, не знаю, получится ли самой поставить вот эти вот картриджи. Если получится, то супер. Нет, придется вызывать. Потому что я в этом смысле не сильна. Этот в туалет, ёршик. Он еще не использован, поэтому может тут стоять и даже неплохо смотрится. Перчатки всего взяла для мытья посуды, потому что есть с руками проблема. Вот эта вот штука для полотенец сухих. Вот этот вот коврик, он, мне кажется, классно впишется в ванну. Пойдемте даже приложим. Я пока его не снимала. Так, сейчас. Как-то он пока временно, потому что цены, конечно... Так, вот тут будет машинка, вот тут я примерно хочу вот так вот как-то коврик положить. Я не знаю даже, как это будет. Вот здесь будет стоять машинка стиральная. Кстати, тут я хочу еще повытирать, мне кажется, недостаточно чисто. Это нужно средство какое-то. Напишите мне средство для швов. Сейчас я открою. Сейчас, секунду. Так, ёлки-шпалки. Сейчас, секунду. Открыла. Так, какое-то средство для швов посоветуйте, потому что так по факту здесь особо, ну, мне кажется, не получилось у людей вымыть, потому что нужно какое-то... специальное средство. Так, это я вешаю сюда. Коврик сейчас я еще протру. Видите, здесь пыль. Но ведро мне придет с тряпкой. Я заказала с отжимом только завтра. Поэтому сегодня уже я не смогу ничего сделать. Так, тряпочка. Чашки сейчас распакую. Как раз папа принесет ножницы. Тряпочка. Форма вот такая вот для выпекания сейчас по акции в Эпицентре. Стоит она... О, блин, у кого-то тоже, походу, ремонт. Стоит она 165 гривен. И вот такая вот форма, она, по-моему, тоже около 150 гривен. Сейчас еще где-то форма была. В общем, сейчас буду дальше искать, вам распаковывать и показывать. Вот такие вот красивенные чашки. Это к набору с тарелками. Я, наверное, вам еще тарелки эти не показывала, не помню уже. Но в любом случае буду сейчас доставать. Правда, не знаю, где они. Кажется, у кого-то тоже ремонт идет. Их, этих-то чашечек, не знаю, видно вам хорошо, нет. Их тоже мы решили взять 6, но они идут отдельно. Вот. Очень красивые, мне кажется. Вот, просто другие в других коробках я пока не распечатаю, потому что тут уже, живу, тут уже пол кухни сейчас заставить, а еще нужно это все перемыть вообще. Мне безумно нравится, что здесь есть подсветка. Мне кажется, очень круто будет снимать видео. Будет очень светло, даже без дополнительного освещения. Так, распаковываем дальше. Докупила вот такой вот комплектик, плюс еще мама, папа сейчас уже взяли вот эти тапочки отсюда. Их тут 5 тапочек, если что, еще докуплю. Это для гостей, нужно будет куда-то повешать, придумать, и мне кажется, очень классно. Решила попробовать фрош, многие советовали для мытья посуды, вот купила, даже запах не посмотрела, думаю, просто возьму фрош. Я еще хочу фада. Мне девчонка написала, что знает, где купить побюджетнее. Вот, напишите мне, пожалуйста. Я хочу заказать вообще все фада и, соответственно, поддерживать чистоту. Потому что оно так кажется, что сейчас все чисто, а потом начинает припадать пылью. И, короче, я не хочу этого допускать. Поэтому буду докупать. Так, дальше здесь опять коробки. Здесь вот это вот блюдо. Сейчас я его тоже буду распаковывать. Можно, кстати, классное ратату и что-то такое вот делать. Или с лаваша запекать что-то маленькое для себя и для мамы, например, порцию пополам. Ну или... В общем, что-то можно придумать. Специально взяла маленькую, небольшую, так мне будет комфортнее. Ну и все остальные вот эти вот чашки, какие я вам показала, тоже будем распаковывать. Но, наверное, чуть позже, потому что я уже так разошлась, а место сейчас уже, в принципе... на кухне и закончится. И еще, по-моему, я хочу показать вам подушку. Так, вот я принесла с зала, господи, с коридора, вот такую вот подушечку.
которая будет у меня, она вроде как неплохая. Будем пробовать. Соответственно, буду оставлять отзывы. Это, кстати, тоже подарок. Потом уже буду обо всем рассказывать. Дайте заселиться по этому видео. Я думаю, в ближайшую неделю так точно будет много. Этот стол мы выбросим, он не отсюда. Так, дальше еще стаканы, бокалы я пока не покупала, я вот подумала, что может быть кто-то ко мне приедет на новоселье и спросит, что купить, и я скажу, что мне нужны бокалы, потому что сегодня нам бы они просто не вошли. А, еще вот что, пока я не забыла, вот такие вот штучка, сейчас посмотрим, влезет она сюда, будет прикольно, не, ну она должна влезть, по идее, вот так она должна войти, или как она должна войти, вот, блин, а мы не померили ящики. Не, ну она ж как бы входит. Туговато, но входит. Вот как-то ее можно потом что-то с ней придумать или другую купить. Ну, в общем, это мой косяк, что я не рассчитала. И ведро. Это вот сюда мусорное. Оно тоже в таких вот тонах, как кухня. Вот. Как вам так показать? Вот. Это будет кухонное ведро. Но оно еще чистое, поэтому его нужно... Ну, вернее, что-то мусора нет, но оно подходит. Я старалась все вот подбирать прямо вот тютелька в тютельку. Так, также еще я купила вот такую вот себе аромасвечку. Прям очень захотелось такой рюмочки. Так, еще вот такие вот стаканы. Я их все сразу вот сюда поставлю. Ну, вот такие вот они. Пока не буду распечатывать, уже все буду, когда мыть. Это клеймок для осушения посуды. То есть я хочу его вот сюда, может быть, постелить как-то. Или вот сюда вот, например, да, постелить, распечатать. Не получится одно. А, не получится. Как-то у меня, да и не получится. А, ну тут оно скреплено. Ну, короче, вы поняли. Чтобы можно было не сразу сюда вот посуду, вот здесь сушилка, а чтобы она подсохла на коврике. Так, овощерезка. Я до сих пор не могу нормально пользоваться ножом для картошки. Это тоже свечки. Тоже с ароматизатором. И для льда. Я не знаю, может быть, есть в холодильнике, но я взяла дополнительно. В общем, сейчас все будем разгребать. Вот. Такой обзор посылок получился. На этом буду заканчивать свое видео. Сегодня еще должны привезти холодильник и стиральную машинку. Поэтому не прощаюсь. До скорых встреч в следующих влогах. Подписывайся, ставь лайк. Пока-пока.